Региональная федерация бокса и Федерация бокса России провели совместную акцию. В ее рамках волонтеры и активисты-общественники бесплатно раздали ульяновцам около 1000 медицинских многоразовых и одноразовых масок. На это ушло менее получаса. Это только первая часть акции, утверждают ее инициаторы. В дальнейшем планируется распространить еще около 10 тысяч масок, а также медицинские перчатки и антисептики. Спасибо огромное Федерации бокса за такую акцию, потому что в магазинах невозможно найти акцию, ни в магазинах, ни в аптеках, их давно уже нету. Поэтому вот спасибо, будем пользоваться. Мы эту акцию проводим, чтобы, скажем, как-то минимизировать вот те, скажем, последствия, которые на сегодняшний день присутствуют во всей стране. Вот. Мы будем дальше это все делать не только за Волжском, но и во всех районах города Ульяновска. Напомним, ранее Федерация бокса России создала оперативный штаб и горячую линию в поддержку российского спорта. Они работают во всех регионах страны, в том числе и в Ульяновске. Деятельность оперативного штаба направлена в первую очередь на помощь ветеранам спорта, абсолютно всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, которые связаны с профилактикой распространения коронавируса. Сама эта акция, конечно, не остановит пандемию, но внесет определенную надежду в каждом человеке, что именно общественные организации будут проводить эти акции, то я думаю, определенный плюс в сознании людей это будет большой. Михаил Сашанский, новости Управды ТВ.